технический директор ООО «Harvest Holding» Гришуненко Артём. Артём, расскажите, вот эти это соревнование, оно впервые проводится в вашей компании и вообще в Украине? Бывали такие забеги комбайнеров? Для нас это первый опыт, но не последний, так как мы еще в этом году планируем провести аналогичное мероприятие по тракторам. Был такой опыт, ну, опять же, судя по разговорам с дилерами, такие мероприятия проводятся тоже на базе крупных холдингов для определения типа техники, которой, собственно говоря, будет насыщаться парк. То есть главная цель для себя, вы какую ставили цель, проводя это мероприятие? Наша задача стратегически определить модель комбайна, который в перспективе мы будем насыщать свой парк. Данное соревнование должно показать нам оптимальное соотношение цены и качества, собственно, этой машины для принятия управленческого решения верного. Каких-то, может быть, поощрений для них не придумывали, что-то вроде каких-то знаков, отметок? Я думаю, существенным поощрением для победителя это будет перспектива сотрудничества с нами и продажа значительного количества техники. Я думаю, это приз будет значительно больше медали или какого-то денежного вознаграждения. На ваше предложение сразу откликнулись представители компании? Да, на самом деле желающих было даже больше, но физически это, скажем так, самые активные. Спасибо вам большое.